Друзья, хочу представить вам канал развивающегося душевного стримера Vakar TV. Вас ждут продолжительные душевные стримы, веселый стример, который также общается с чатом, чуть-чуть младше меня. Стримы ежедневно, кроме воскресенья, с часа дня до вечера. Последняя часть игры – игра с подписчиками. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Ссылка в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько, и это новостной выпуск обновления 1.3.36. Поехали! Рейтинговый сезон заканчивается 22 декабря, а Кадиту добавят на сервер 18 декабря. 20 декабря добавят новые скины на Зилонга и Фрею, у меня на тестовом их нет. Также изменят скины на Горда. Эйдору, Мию, а еще будут новые скины на Бальмонда. Также обновят магазины фрагментов. Изменением героев. Оптимизировали эффекты навыков Руби. Кадита. Первый навык. Немного увеличили урон с 1 по 5 уровень, на 6 оставили таким же. Это немного облегчит старт за Кадиту. Пассивка. После получения урона Кадита будет восстанавливать себе 65% урона. В самом первом варианте было 40%. Как я и говорил, это было мало. Сейчас будет хоть как-то полезно. Подробнее в гайде. Чу, второй навык. Уменьшили экстра бонус к урону после рывка. Было 200%, будет 150%. Минситтер. Второй навык. Оптимизировали расстояние навыка. Ханза. Фиксят баги, связанные с охотником на демонов. Его пассивка оставалась после продажи. Ну и пытаются поправить баги, которые неизбежны при новой механике с притягиванием тела к демону, потому что очень часто тело вдруг неожиданно телепортировалось к духу. Кимми, многострадальный первый навык. Усиление физического и магического бонуса будет 45% и 45%. До этого уменьшали до 40%. Люнокс, исправили баги искусственного интеллекта и некоторые боевые эффекты навыков. Аврора. Аврора, ребята, Аврора. Увеличили базовый запас маны на 50%. Хилос. Базовый ХП реген увеличили на 50%. Алукард. Первый навык. Уменьшили КД на 1 секунду на всех уровнях. Хаябуса. Первый навык. С 1 по 5 уровни увеличили урон на 10 единиц, а на 6 уровне урон стал меньше на те же самые 10 единиц. Большого смысла в 10 единицах я не вижу. Даже при множителе в 70% от физической атаки. Гассен, второй навык. Уменьшили время для активации возврата кинжалов, что несомненно пойдет ему на пользу. Леоморд, ульта. Уменьшили бонус к броне, когда Лео верхом. Был 40, 60 и 80, а будет 40, 55 и 70. Немножко обидно за морду. Ульта. Уменьшили бонус на щит. Был 4%, будет 3%. Тамус. Первый навык. На 5% уменьшили расстояние до момента возврата кос. То есть вы бросаете и теперь не так далеко от них отбежите. Ангела. Исправлена проблема, когда привязанный союзник застревал в препятствиях при некоторых обстоятельствах. Белерик. Увеличили скорость бега на 5 единиц. Маловато будет. Алдос. Теперь заряженная атака не будет учитывать скорость атаки. И еще, каждый стак будет давать 8 силы, было 7. Но даже такая мелочь неплохо апнет Алдоса. Грок, первый навык, уменьшили перезарядку до 4 секунд вместо 6, но КД начнется после удара. Также исправили баг двойного удара. Фанни, увеличили восстановление энергии в режиме боя до 5 единиц вместо 3. Теперь про изменения монстров.
Лорд. Падший лорд становится сильнее, когда игра достигает 12-й минуты. После убийства падшего лорда, светлый лорд увеличит свою атаку на 20%. Будет получать дополнительно по 150 здоровья каждую минуту и значительно усилит рядом находящихся дружественных миньонов. Также светлый лорд теперь имеет специальную способность. Он будет наносить атаку по первой встречной башне, до которой дойдет, и по ней будет нанесен огромный урон, после которого башня некоторое время не будет атаковать. Теперь скорость движения светлого лорда будет такой же, как у миньонов. При появлении светлого лорда изменяется магическая защита сопровождающей пехоты, то есть крипов, повышается с 40 до 60, а усиленных крипов увеличится с 60 до 80. Черепаха. Увеличено базовое значение здоровья на 10%. Немного изменили силу бафа. Башни. Когда башню на линии рушат, следующая башня получает увеличенную защиту на минуту. На мой взгляд, это уменьшит привычную нам динамику. На этом, друзья, все. Следите за новостями. А для этого подписывайтесь на канал, делитесь видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!